четверг в Самарской области облачно и пасмурно, местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем от 15 до 18, тепла ночью 6-8 выше 0. Ветер южный, юго-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 13 градусов, ночью плюс 6. Юго-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, пройдет дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 7 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, вечером возможен небольшой дождь. Плюс 14 градусов, днем, ночью плюс 8. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Геомагнитное поле возмущенное. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.